Здравствуйте. В детстве я любил наблюдать за звездами, как поют певцы. Даже папину машину запирался, кассеты включал, как поют песни. Глаза закрывал и представлял, что это я пою. На X-Factor'е я уже не первый раз. Получается, вот первый сезон прошел, сказали «до свидания», второй «до свидания», третий «до свидания», четвертый «до свидания», пятый прошел, все жюри сказали «да», дальше прошел. И этап стулья. Спел, меня посадили, посидел три песни, покидает проект Ерлан. Нурберген – это именно тот человек, я думаю, который может привести меня к победе. Мне нужно убирать артистов, которые со мной пойдут до конца, этого конкурса. Стоп. Давай мы договоримся так. Если ты еще раз попытаешься прервать мою речь... По башке. Я хочу выиграть. Очень сильно хочу выиграть. Поэтому я сделал вот так. Как настроение? Отлично. Что поем сегодня? Мейрамбек Беспаев «Умрут». Салим, сәттілік. Салим, рахмет. Көк шыққанға бір қуаны, шөп шыққанға бір қуаны, өмір өтау сырғы бағы. Қызғалдаққа бір қуаны, сырғалдаққа бір қуаны, өмір өтау сырғы бағы. Көк аспаннан бара жатыр өмірімнің жұлдыз ағып, жетем деген арман жолын бара жатыр жұлдыз арып, жұлдыз еткен мұңлы жарық, мұңлы жарық. Қайран өмір сонша сүйген, кетесің ау бір күн алып. Ғұмыр өтті сырғы бағым. Браво, брависсимо. Спасибо, Иван. Спасибо. Песня классная. Хорошо ему идет, правда? Да, любимая песня моего мужа, кстати. Да? Поэтому, да, я прям там делаю. Он ее классно исполнил. Молодец. Ты знаешь, как пустое выступление наше модель так сделает? Да? Да, понравилось.